спасибо, что заполняете на Genius. Это плюс вам, плюс нам. А Дима Твик прислал сообщение. Дима Твик, не станешь. Ссылка на Genius и трючок. Никаких нет надписей, ничего нам не говорит он. Он сейчас нам скажет все своим, своим треком. Давайте посмотрим, сколько он этим типа занимается, да, вообще в целом, сколько там у него трючков. Вижу, в принципе, что-то есть, но, по-моему, немного. Да, очень немного. Если он залетит к нам как качественный артист, он 100% может быть фрешменом, потому что он делает с 22 года, по крайней мере, здесь я вижу всего лишь у него 3 сингла в 22 году. Так, это не сингл, да, один, это, по-моему, не сингл, это у нас, да, это прям альбом. Альбом явно он делает раньше, просто он делает, вот выпустил типа на площадке, да. В 22 году вышел альбомчик у него и 2 сингла. И вот в 23 году один сингл новый, который мы слушаем прямо сейчас. Давайте посмотрим, что это такое. Интересно, это у нас потенциальный фрешмен. Потенциальный фрешмен. Сколько донатом стоит за цен? 10к, бро. Но уже на сегодня ты не успеваешь. Если ты задонатишь, ты встанешь на следующий стримчанский, да. Вот. Гудвин Александр, добрый вечер, удачного стрима. Вопрос: сейчас в казино в Сочи на красное или на черное ставить? На черное ставь, бро. Вообще казино мы осуждаем, конечно же, да. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое, да, бро, за донат, за твой. Спасибо тебе большое. Ну, ты сильно, да, сильно меня не слушай. Может, я и не прав. Не, вообще, в целом, да, вся вот эта история с казино, блин, опасность это опасность для людей, кто не понимает, насколько это все серьезно. Для людей взрослых, которые понимают, что это просто как пойти куда-то отдохнуть, потратить деньги без надежды на что-то. То есть ты идешь с какой-то суммой для того, чтобы кайфануть там, и тебе это нравится. И ты эту сумму там оставляешь, и ты заранее идешь туда с этой мыслью. Если так, окей. Но если ты идешь туда с мыслью там заработать, ну, у тебя все очень-очень-очень-очень-очень-очень плохо. Да. Он замешкался. Ну, конечно, откуда я знаю, блин? Непонятно же, что происходит. Вот, Дима Твик. Дима Твик. Так. Почему разбор за рецинфляцию дал такую? Ну, потому что инфляция, бро. Слушать будем. Конечно. Обязательно. Все, погнали. Не станешь. Let's go. Чеуи. Добро делаю день, золото, но не пират. О, мы с тобой не знакомы, я не пойму, что зовешь меня брат. А не знал, не медведь, опять я летал на трак. А что обойдет с самого низа, это все работа, не факт. Делаю трат на трат, я делаю трат на трат. Не бей по карману, трат на трат. Душа так много, как творчество, мне нету места в рехабе, yeah. Вашему вы некрасивы, мне вашему вы непонятны, yeah. Бронебу определяет, их хоу или парень. Они хотят получить мое место, но они надели просто моя тень. Каша, как будто я долго работал начальником 24/7. Если смотреть на их всю эту тусу, то что делаю я, это раритет. Опыт сейчас потанцует, добро, ну это не болит, нет. Ты не станешь, как я, ты не станешь, как я. Легкость добавляешь, хорошо. Пока не натянула, но идея классная. Вот здесь. Ты не станешь, как я. Делаю много, но все равно мало. Моя руке шесть цветная бумага. Отдавай все свои бабки на ум. Я заберу и поделю все с братом. Твой рэп комедия, я угораю. Трэп это волны, я типа паром. Чтобы делать жестко, не нужно в ударе быть. Не, трэп это школа, я вышибал. Все яркое, типа пау. Один мой ход, я делаю мат. Один мой ход, он сразу упал. Делаю стиль, бог что мал. Каша так много, будто воровал. Не воровал, хочешь знать правду? Это мой саунд, бро. Большие бабки, большие карманы. Пока не смотрю, как делаю стай. У меня есть эти бабки и налик со мной, пацаны, что со мной до успех. Именно до стендап реально таланты, что даже без шуток вызывают смех. Чтобы начать тебе стелить, как я, тебе нужно учиться еще пару лет. Они хотят получить мое место, но они надели просто моя тень. Каша, как будто я долго работал начальником 24/7. Если смотреть на их всю эту тусу, то что делаю я, это раритет. Опыт сейчас потанцует, но это не болит. Ты не станешь, как я. Ты не станешь, как я. Есть много плюсов.
Пока сыроватый MC, да. Пока сыроватый MC, но есть много плюсов. Первый плюс. Ты хорошо владеешь разными флоу. Четко понимаешь, что надо делать разнообразие. Недушно делаешь. Идешь ровненько с точки зрения качества. Довольно ровненько. Вот здесь, вот тут ты пытаешься дать легкость, ты пытаешься, ну, изменить серьезность, так сказать, повествования, такую роботизированность, да, вот эта вот монотонность, флоу, да, и типа там какие-то улыбочки там легкие, и либо еще чего-то пробегнуть, там вот это все, да, вот эта история. Да, это прикольно. То есть в бридже ты пытаешься делать разнообразие хорошее. Я не знаю, сам ли ты писал этот текст, или тебе кто-то помогал. То есть с таким опытом небольшим выпуска музыки, да, текст написан с точки зрения структуры и изменения этой структуры очень хорошо. Могу допустить, что делал сам. Почему? Потому что взята ритмика очень неплохо. Что касается харизмы, не додавливаешь. То есть немного неуверенно идешь, да, нету какой-то расслабленности, легкости, но вот это вот напряженное то есть ты как бы, да, ты чувствуешь музыку, чувствуешь ритм, это у тебя есть техника, техника у тебя есть, надо добить, я думаю, ну это практика, блин, это практика, тут никак это не добить быстрее, да, ну типа это не руина, с точки зрения MC это не руина, с точки зрения того, что какие-то вещи более твои, 100%, какие-то вещи более твои интересные, текст кринж. Это прям вот точно тебе говорю, потому что вся эта история... Короче, репрезент надо давать чуть потоньше. Либо это должен быть прям какой-то... Какая-то постерония, да, угарная, либо образы какие-то интересные. Вот, но вот эта вот история типа там про опов, да, ну не знаю. Хо, мы с тобой не знакомы, я не пойму, что зовешь меня, брат. Ну, странное сочетание, да, типа, что Хо зовет тебя брат. Может быть, это тут имеется в виду, там, бро не пол определяет, ты Хо или парень. Ну, типа, в этом истории, да, в этой истории, наверное, ответ кроется на, так сказать, мою такую предъяву, да, в этой истории, что ты вот и говоришь, да, типа, бро не пол определяет, ты Хо или парень, да, в этом плане, наверное, и это фишка, вероятно, то, что ты сделал, да. То есть, типа, вот ты и ответил, да. Ну, возможно, возможно. Вот. Что еще? Не душишь, да. Идешь ровненько. Я думаю, что Капе нужна, возможно, оформление покрасивее, вероятно. Что касается, допустим, того, что она прям, ну, сильно голая идет местами, да. Может быть, какая-то подкладочка, либо там какие-то напевочки где-то по бокам еще где-то, да. То есть какие-то разговорчики, да, там. То есть что-то должно ее украшать, то есть еще больше оживить ее, на мой взгляд. Что скажете, чат? Что скажете? Да, вот я вижу, вы уже пишете, вы уже говорите. Неплохо для новичка, реально. Миллионы раз слышали текста, 100%. Что касается текста, надо изъебываться, да, в 23-м году. Но, учитывая, что чел начинает, он сейчас пытается еще брать технику свою, потихонечку наращивать, и, соответственно, у него это получается. Потом он будет дальше пытаться уже работать по тексту, да. Старайся параллельно почитывать что-то, да. Ну, почитывать в смысле книги, да. Что-то параллельно, хотя бы немного по возможности, просто даже если тебе это особо там, ты не любитель, для того, чтобы ты именно набирал вокабуляр, да, словарный запас, чтобы ты понимал, как работать с определенными образами и так далее, потому что если просто слушать треки, даже хорошо зная английский язык, и переводить их на русский язык, даже у себя в голове автоматически, ты будешь получать слишком простой текст по большей степени в треках. Вот, мало, да, артистов, которые дают хороший текст даже на английском языке. А русский рэп, как бы, он, в принципе, как ни крути, он, конечно, в основном про звук, но, тем не менее, всегда важно, чтобы человек делал хороший текст. И если ты заметишь, да, то есть ребята, которые вот у нас, так сказать, легендарными так или иначе становятся, они, что андеграунд, что мейнстрим, они, в принципе, в повествовании неплохо так уходят. Ну, кто прям не прям звук, да. Поэтому что-то, короче, бро, что-то. Что-то тебе, короче, да, вот такое вот. Что ты там говоришь, бро? Да, спасибо за юмор, бро. В 23-м году уже все-таки нужен хоть какой-то текст. Согласен. Как зовут типа? Вот так зовут типа. Дима Твик. 15-летний.
Рэп-артист из Хабаровска, длинная дорога которого привела к техничному флоу. Это базару нет. Уникальному звуку и интересным. Ну, интересным, да. Значит, уникального звука не знаю. Ну-ка. Добро делу день, золото, но не пират. Мы с тобой не знакомы, я не пойму, что зовешь меня брат. Они знают не медведь, опять залетал на трак. То, что я поднялся с самого низа, это все работа, не факт. Делаю трат на трат, я делаю трат на трат. Не бьет по карману, трат на трат. Короче, его как будто бы я хочу добавить во фрешмен. Вот реально. Потому что он показывает нам неплохую работу с интересными инструменталами. И у него хорошая техника. Ему всего 15 лет. Мне кажется, норм. Я добавил фрешмен его. Этот трек как бы поувереннее. Кейкбой с лаванды. Добавляем, да? Я думаю, техничный чувак. Да, я добавил, короче, его вот сюда. Вот, вон фрешмен. Вот здесь он есть, короче. Здесь он есть. Так. Так, и что у нас получается? И да, неплохо, Люверенс. Там где, да, я вот открыл. Вот так, короче, происходят заказы, да, заказ за балл отвечаю. Я вот так просто открываю, пам, на одну секунду, и кто-то уже успевает заказать, и потом сразу же закрываю. Да, в общем, заказали, да, в общем, заказали. Увидел Миликсов, сразу вспомнил про то, что надо включить заказ за баллы канала. Думаю, успеют? Нет, не успели. Посмотрим в следующий раз. Посмотрим в следующий раз. Глебчик 35 заказал. Глебчик 35 сделал заказ. Респект, бро, у тебя получилось. Так, ну что, давайте оценим. Давайте оценим. Сегодня у нас стримчанский просто по этим, как и называется, по трекам за баллы. 200 тысяч баллов Twitch канала бесплатно, есть возможность заказать трек. Но его не будет на YouTube. Чтобы не было банчения, да? Так. Рифмы образу. 6, бро. Правда. Структура ритмика. Да вообще нормально. Прям нормально. Прям много, знаешь, реально. Бам, куплет, бриджик, припевчик. Ты не станешь как я, да? Такая история, да? Репетативная. Школа. Здесь изменил. Тут бриджик опять, припев. Все ровненько. Два припева. Прям, блин, что-то типа 9, я думаю. Реализация стиля неплохо с точки зрения техники. Что касается звука капы, можно улучшить. По харизме, конечно, вот 6. Вот 5-6, реально. Здесь, наверное, 7-8 можно поставить. Неплохо справился. Ну, за счет звука, наверное, 7 поставлю. Здесь вот пока вот такая история. Атмосфера вайб 3 балла. Да. Трендовость и актуальность жанра как будто бы 4. В целом весьма неплохо. Вот тут хорошо очень работаешь. Здесь работаешь ты сам нормально. Капу тоже можно сделать получше. И прям, короче, неплохой крепкий MC, да. Молодой крепкий MC неплохой. Молодец. Реально. Подождем еще, теперь мы точно не забудем о твоем существовании, потому что есть у нас в плейлисте фрешмены. Спасибо большое, бро.